Ну, яко мною обещается, тако выполняется. Вот автор своего видеоролика и завершающий. Будем надеяться, на данном этапе завершающая часть своего видеоролика занимается. Мы остановимся о том, что касательно, да, имеются определенные шаги вперед и шаги назад изобретательные. Нет, стоит без недостатка и наоборот. Так вот, мною также, вот в последнее время, в каком-то смысле сделаны, да, шаги назад. Не один, вот и не два. Какие же. Разумеется, одна из самых лучших конструкций, вот, все же, 22-я заявка, ваши богословки, это, или вот это, одна из самых лучших. Правда, можно попасть, есть даже, кажется, 1700, по авторской, 734, 788, 1734, 789, вот еще, 1736, 502, там сила возможность секторальное деление. А, есть и такая, да, быстро разборно. Ну, просто не помещается уже здесь, да, это все. Все же есть какие-то конструкции, когда доступ каждому из сменных грузов, то ли дисков, ну, допустим, как правило, дисков, то у меня не очень-то, но стаканов, то ли сегментов, секторов и прочее, независим. К дискам также можно. Вот. Но это касалось Iron Master, например, и прочее. Вот. Ну, да. То есть, это не, там несколько сложнее. Есть еще изобретение 18-655. Вот. Не все возможно демонстрировать. Также есть там именно когда трехзарядный снаряд для метания к определенному сменному грузовому диску доступ независим. И такое есть. Но главное, чтобы когда грузы так расположены, когда смены именно, доступ не независимый. А что же еще отметить надо? Есть же вот это вот из двух половин изобретение, как тоже слагается. Это не так уж мной первым сделано, но там на более совершенном уровне. Когда можно взять, да пока, да, одну, которую что-то другую, когда можно взять вот, и вот так вот снимать. Так. И даже без всяких сменных креплений, и до меня, и да, имеются такие конструкции, такие изобретения. Ну вот Барановый Миколад, 801-843, 81-й код публикации, да, там, из двух половин, вот гантели. Гантели как набор гантелей. Конечно, да. Со сбором. Так и мной тоже это сделано, однако, на более такой высокой основе. Там есть и вариант с креплением, и без крепления. Уметь, как говорят, использовать чье-то. Вот-вот. И каким-то образом продвинуть что-либо свое. Да, свое. Да. Это так должно быть. Вот. Но вот эти конструкции сделать не очень-то легко. Конечно, ранее это сделано в условиях промышленного производства, ну, в условиях мастерских, например. Промышленное производство, может быть, и легче было бы сделать. Намного. А ну-ка. То есть, если все правильно сделать, когда именно трубный материал исходный правильно подобрать, то лучше было бы даже, чем делать дисками. Это все. Диской формы. Смены грузы. Конечно. Если все правильно учесть подобрать. Вот. А не большой припуск каждый раз при случае снимать. Налаживать производство, если надо протяжки приобретать, мало ли что. Вот. Ну, говорят, не так сразу четко, как его малюют. Так кое-кто из изобретателей вернулись и сделали в отлитом виде все заготовки. И кому-то надо. И вернули
сказал 0,5, аж на, да, через на 16, да, ну, через 8 килограммов. Да, 16, скажем, 24,32, допустим. Вот. Якобы не требуется такая конструкция. Намного хуже, чем тот изобретатель, о коем все видеоролики вот, повествуют. Так. Так мы тоже сделали все наши шаги. И вот один из таких шагов. Вот он. Вот. И это большущий спортивный снаряд. В данном случае. То есть вот этот вот, если нужно, может так само сюда подходить. Конечно, этот тяговый грибок. Вот другие гири. Демонстрировался в одном из видеороликов. Что внутри? А что внутри? Вот такие диски, которые подходят на вейдеровскую гантель. А какие же? Вот, там и 1 килограмм, и 1,25, и 2,5, и не весь набор, но преимущественно подавляющий набор. И 2,5, 5 килограммов. Всего 7,5 пропускает, правда, 10 килограммов, 15 килограммов. В общем, в данной конструкции тут парнонаборный вариант, если не парнонаборный вариант. Вот-вот. Там от мал до велика еще сделаны дополнительные смены грузовые диски, такие, как вариации, ну, как на штанге даже международные. 1,25, это все 1 килограмм, 3 четвертушки килограмма, полкилограмма, четвертушка килограмма, тоже сделано. Вот. И почему? То есть, в основном, готовые, тут, правда, обработаны вейдеровские диски, обработаны, а это готовые, ну, вот один из таких же, просто в готовом виде, без всякой обработки. А где твердящие материалы и прочее? Клеевые материалы, там и твердящие, и арматура. Вот что здесь применено. Так что. И, если необходимо, смены, компенсирующие кольца. То идут и на гантель. Некоторые на гантель у меня. Вот. И сюда также идут.